Предприятия республики продолжают оказывать адресную помощь нуждающимся. Агрофирма «Альдеевская» в числе первых подключилась к акции. «Можешь – помоги». Таким девизом руководствуются в агрофирме. Здесь созрел урожай овощей. Весной витамины не будут лишними для не очень обеспеченных людей, тех, кто находится в изоляции. Изоляция началась. Вот, Женя, сейчас администрация подготовили списки. У нас, в общем, по нарастающей идет. Мы начали там со 100, 200, 300 килограмм суточно. Сейчас мы уже выходим на тоннаж суточный. Свежие овощи отвозят в волонтерские пункты для распределения. Помощь приходит адресно. Волонтеры доставляют гуманитарную помощь пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в связи с пандемией. Ну, каждый день примерно у нас приходит по 20-30 звонков. Это при том, что это было в первые дни, поскольку у нас акция только-только началась, и с каждым днем количество звонков нарастает. Оказать посильную помощь и записаться в ряды волонтеров сегодня может любой желающий. Сделать это можно на сайте «Вместе помогать» в разделе «Стань волонтером». Очень нужна и помощь коммерческих организаций. Для них на сайте есть раздел «Мы организация». Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.